Планы по строительству нового завода для создания майнингового оборудования были объявлены в Беларуси. Завод будет построен на территории создаваемого сейчас китайско-белорусского технопарка, который входит в свободную экономическую зону «Великий камень». Кроме сборки оборудования для майнинга, завод будет изготавливать охладительные системы для утилизации излишнего тепла. Предполагается, что завод будет предприятием с замкнутым циклом производства печатных плат и всего набора устройств для майнинга. Предстоящая в Беларуси легализация криптовалютного сектора стимулировала деловую активность во всем регионе, при этом все больше фирм приходит в страну.